Масштабный праздник не прошел бы так красочно без партнеров проекта. Эти люди любят детей и хотят дарить им радость вместе с телеканалом «Июнь». Уже на регистрации всех участников ждут первые подарки от партнеров парада. Помимо дипломов, каждая бабочка получает лимонад-газер от компании «Славянка» и воздушные шарики от телекомпании «Июнь» и от магазина «Лавка подарков». С парадом бабочек мы сотрудничаем уже второй год. В этом году мы просто вам шарики. Для детей ничего не жалко. Второй год подряд сотни бабочек радушно принимает городской парк. Здесь место найдется всем. Я надеюсь, это станет традицией доброй, что парад бабочек и вообще любые парады будут проходить именно в городском парке. Множество красочных фотографий пополнят копилку гостей праздника. В парке организовано сразу несколько фотозон. Яркие воспоминания точно не угаснут до следующего парада. Все благодаря партнерам. 4 фотографа откликнулись на наш призыв. Это мое третье участие. Очень рада, что телеканал «Июнь» меня приглашает. Очень красивое впечатление остается. И спасибо большое телеканалу «Июнь». Это радость, улыбки, красивые дети и возможность как-то проявить себя в жизни города. Сфотографироваться участники могли с любимыми персонажами из мультфильма «Тролли». Такой сюрприз приготовило агентство «Азбука праздника». А тут такой веселый праздник, в такой замечательном месте. Мы решили вот поучаствовать в всех веселых костюмах. Партнеры парада приготовили еще немало сюрпризов. О них мы расскажем в следующих выпусках. Дарья Гречаникова, Михаил Чеканов, Игорь Ковалев. Новости плюс.